Где же находится последний человек? Я так хочу отдать ему много-много питомцев. Где же ты находишься? Где же ты? А, вот он ты! Ты хочешь, чтобы я тебе отдал всех питомцев? Значит, тебе тоже нужно поучаствовать в моих прятках. Друзья, всем привет, и сегодня у нас снова прятки-рулетка. Ну, в прошлый раз в комментариях вы много ребят написали, что это совсем нечестно, что один выигрывает, все теряют. Поэтому в этот раз я решил, что один также забирает всех питомцев, а все остальные получат поощрительные призы. А также, помимо того, что... Победитель заберет всех питомцев, я ему дарю сверху еще 2 зельки и 2 питомчика и 100 рубаксов, ребята. Интересно, кто же из них? Напиши в комментариях, кто ты думаешь. Вот этот человечек, вот этот человечек, вот этот человечек, вот этот человечек, вот этот человечек или вот этот человечек сегодня победит. А сейчас они начинают давать мне своих питомцев. Котик Лов дает легендарного флайрайд питомца. Ого, это круто. Шоколадка Милки Вей дает флайрайт неоновую обезьянку. Отлично. Конфетка дает флайрайт собачку. Монстр тоже дает флайрайт питомчика. Флайрайт ленивец. И здесь нам дают флайрайт лошадку. Ну что ж, давайте посмотрим. Вот они, ребят, вот эти 6 флайрайт питомцев и даже одна легендарка сегодня достанутся одному победителю, одному из 6. Я напомню правила, что ребята сейчас прячутся в своем образе. Они могут прятать свой ник, ну вот точечку ставить или вообще убирать. И прячутся они в этом доме. На крышу им ходить нельзя. Я... Заходим, заходим, все заходим. Приглашаю вас на прятки. Я ставлю стойку. Всех добавляю туда. И 6. Все 6 человек. Даю 10 тысяч. И... Внимание! Прятки начинаются! Бегите, ребятки, прячьтесь. А я выйду на улицу. Ну что ж, 10 минут, 10 минут у ребят есть, чтобы в этом огромном доме где-то спрятаться. При этом они должны оставаться в своем образе, не прятаться на крышу, и тот, кого я найду последним, получит все-все подарки. Ну что ж, все, я начинаю ждать. Пойду считать до 10 минут. 1, 2. А, кстати, ребят, а вы пока подпишитесь на канал и поставьте лайк за 3 секунды, пока я жду 10 минут. 1, 2, 3. Подписались, поставили лайк. Вообще вы супер классные. И вас никто никогда не найдет, если вы будете прятаться. Все, а я стою в углу и жду 10 минут. 5998, 5999, 6000. Фух, досчитал. Ага. Я пока считал, у меня стало вот такое лицо. Потому что я иду искать туки-туки. Тот, кто будет последним, получит все подарки. И начинать я буду сегодня с верхнего этажа. Беру вертолетик. Взлетаю. Отпускаюсь. И готов. А также я сейчас приму зелье. Зелье гравитации 1 бутылочка. 2 бутылочки. Это чтобы высоко прыгать. Зелье скорости 1 бутылочка. 2 бутылочки. 3 бутылочки. Это чтобы быстро бегать и догнать, кого я найду. Ну что ж, мы спускаемся на последний этаж. Тогда я искал с первого этажа, сегодня начну с последнего этажа. Заходим. Ага, и тут меня встречают всякие штуковины. Ладно, в первую очередь мы сносим все самое ненужное. Все, что мне не нравится, быстренько, на ускоренном. И здесь мы ничего не нашли, но нашли вот тут желтую стенку. Она совершенно пустая. Все, никого здесь нет. Зайдем сюда. Ага, ребята, смотрите, двойной потолок. Ай-яй-яй-яй-яй, кого-то мы там нашли. Сейчас мы расковыряем потолок. Но очень качественно был сделан, ребят. Очень качественно был сделан двойной потолок. И вот мы нашли туки-туки. Кто же ты у нас?
Конфетка, ты первая, туки-туки, конфетка. Осталось 5 человек. И я иду искать. Что ж, посмотрю следующие комнаты. Так, я там все проверил? Да, здесь все проверил. Так, что это такое я тут нашел? А, непонятно, это что такое? Вот, фух. Здесь тоже, ребят, стоят какие-то панельки. Итак, удаляем их. Ага, кого-то мы нашли на стульчике. Ладно, сейчас попробую так увидеть. Ты-дыщ. Ой, ты куда улетела? И осталось 4 человечка найти. Что ж, пойдемте, вот еще здесь комнатка. Что-то сегодня 2 человека выбрали именно этот этаж. Что? Еще что ли? Неужели я сейчас найду еще? И никого нету здесь, а может за лампочкой? Нет, никого нету, ребят, здесь никого нету. Все, всех поискал, всех, никого не нашел. 2 человек нашел, осталось еще 4. Спускаемся вот сюда. Так, и что это у нас тут? Кто тут нас закрыл двери? Кто не хочет папу дочек впускать? Кто-то тут уронил плиту. Может, под ней кто-то? Не, никого нету. Так, смотрим. Забегаем сюда. Здесь закрыто. Заходим. Опять закрыто. Заходим. Снова закрыто. Да что ж так? Ладно, на ускоренном. Не надо было ускоряться. И мы видим, что тут куча ламп. И кто-то тут сверху сидит, и это уже видно по нику. Потому что потолок слишком низко, и я сразу заметил. Ну что ж, давайте выковыривать этого кого-то, кто там спрятался. Приветик, котик. Туки-туки. Я тебя нашел. Можешь, хватит лежать. Все, я тебя нашел. Притворяется, что она не настоящая. Ага, все, вышло. И я бегу искать дальше. Здесь вроде бы все посмотрел, ничего нету. Спустимся чуть ниже. Осталось 3 человека. Что тут напихали? Какой кошмар. Так, ну ладно, начнем методом правой руки. Зайдем сюда. Здесь ничего нет. Зайдем сюда. Ага, что-то тут есть. Кто-то строил потолок, но не достроил. Или сбежал отсюда. Ладно. Так. Никого вроде бы нету. Все, осмотрел этот этаж. Пойдем дальше. Кто-то тут прям настарался. Здесь 1, 2, 3. О, нет. Ладно, ускоряемся. Еле-еле одну комнату расковырял. Ёлки-палки, даже надо было столько натыкать кубиков. И тут мы заходим, и еще куча кубиков. Фух, надо уничтожать все это. И есть, мы нашли нашего монстрика. Туки-туки монстрик. И, по-моему, осталось еще 2 человека найти. Теперь зато я знаю, кто понаставил столько коробочек. Фух, вторую комнату расчистил, теперь третью. Фух, здесь никого нет. В общем, столько было этих кубиков и только один человечек. А, я грохнулся. Так. Вот, вроде бы еще здесь возможно. Здесь посмотрим. Так. Сюда зайдем. Здесь только лампочка. Сюда заглянем. Так, здесь никого нет. Сюда. Так. Вроде бы осталось 2 человечка найти. 2 человечка осталось найти. Но на этом этаже никого нету. Я не знаю, тут есть кто-то или нет. Так, стойку мы сейчас уничтожим. Вроде бы здесь никого нету. Я пока трогать не буду. И идем в
нижний этаж. Так, помните, я говорил, что здесь вот можно тыканьем находить. Тыканьем, тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. В прошлый раз, когда я искал... Так, лестница замурована, замурована в лестницу. И никого нету, странно. Хм, никто вроде бы не спрятан. А тут, я смотрю, ребята устроили даже себе кинотеатр. Что-то они тут палатку поставили, еще что-то поставили, вот это поставили. Они мне тут еще и ремонт успели отгрохать. Так, это, ничего нету. Так, кто-то, возможно, под водой смотрит телевизор. Давайте-ка сходим сюда, здесь стульчик, уничтожаем. Все, спускаемся. Уничтожаем, может кто-то находится под диваном? Нет, здесь. Нет, в ванной. Ванна в ванне. Здесь нет, под телевизором. Нет, здесь никого нету, ребят, здесь никого нету. Сейчас я обтыкаю все. А вроде бы два человека же еще остались. А-а-а, вот я вижу, смотрите. Вот. Кто-то тут запах уже. Пока я там кубики разносил, вот мы кого-то нашли. Кто же это у нас? Cool girl. Туки-туки, я тебя нашел. Только я уже не помню, последний ты человечек или не последний. А, вот еще что-то есть. Вот, ребята, вот последний человечек. Смотрите, бедный, вмонтирован в стенку. И это шоколадка Milky Way. Ну что ж, я тебя поздравляю, ты молодец, ты сегодня победительница пряток-рулетка. Пошли за награждением. И победительницей сегодняшних пряток-рулетка становится Milky Way. Мы ей даем всех питомцев. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это те, которые были от ребят. Еще от меня Flyride Дракон. И Flyride Китсуни. А также Райд зелье и Флай зелье. И это, ребята, еще не все. Переходим. Победительница у нас получает 100 рубаксов шоколадка Milky Way. А все остальные участники получают по 10 рубаксов. Один человечек не в группе. Он не вступил в группу, поэтому ему 10 рубаксов не приходит. Все, я оплачиваю. Все, ребята, поздравляю. Вы сегодня участвовали в прятках. А вы, мои зрители, если хотите тоже участвовать, подписывайтесь на канал, вступайте в Discord, и, возможно, именно вы в следующий раз будете участвовать в прятках рулетка, потому что сюда я принимаю только новеньких, тех, кто еще ни разу не играл в прятках. Ох, ничего себе, я прыгаю и быстро бегаю. Ну что ж, а под конец я покатаю всех на поезде. А вам, ребята, хорошего настроения, печенье, конфеток, всем пока-пока!